привет! Подводим итоги недельных новостей. Рекомендую убрать от экрана беременных и детей. Такое происходит, что брови дыбом встали. Короче, эти новости меня реально зарифмовали. Киев на прошлой неделе накрыло холодами, мэр не растерялся и согрел всех теплыми словами. Но киевляне надавили на мэра, и изменилась картина. Тепло получили народные депутаты Украины. Германия устроила нам безлопатный режим, передала Киеву много снегоуборочных машин. Сразу про откаты заговорила пресса, считайте сами. 15 автівок, 13 из яких маны, 3 мерседеса. Одесса давно не видела такого циклона. Такой был ураган, что Саакашвили сдуло в Барселону. Все думали, что после выборов в Грузии уедет дядя Миша, но его партия не победила. Ошибочка вышла. Ага. Е-декларацию депутаты заполнять как-то стремаются. Отмазка, мол, у них цифры в колонке не помещаются. Прям как маленькие дети, хитрее будьте. Чтоб доходы поместились, заполняйте в иноземной валюте. Вот. В Украине 2017 годом дорог объявили. И в честь этого под дождем первый асфальт положили. В первую очередь залатают те автомобильные тропы, которые лежат на шляху Украины до Европы. Такие итоги. Ставьте лайки, не стесняйтесь. Увидимся через неделю. Только вы это, не переключайтесь.